Всем привет! Привет-привет! Вы на канале София Элис Лайф. Ставьте пальчики вверх обязательно на это видео. И подписывайтесь на наш канал, у нас очень много интересного. Сегодня мы сравним «Гадкий я 3» карточки из магазина «Магнит». Там уже завтра заканчивается, вернее, даже уже сегодня заканчивается акция, посвященная выходу этого мультфильма, да. И фишки из Чипи Као мини-круассаны, да? Да. Тоже новинка, посвященная выходу «Гадкий я 3». Speak about me. А вы, пожалуйста, напишите в комментариях, что вам больше нравится. Фишки или карточки, или и то, и другое. Нам интересно ваше мнение, да? Ну что, поехали? Сначала давай карточки откроем. Давайте. Итак. Кстати, в одном из наших прошлых видео мы пообещали все повторки нашим подписчикам. Сейчас у нас будет еще больше повторок, я надеюсь. Так. Слушайте, обалдеть. Семья Грю 10. Висящий Карл 32. Кекс Кролик 76. И Грю плюс Люси 49. Так, озадаченный Карл 27 и крутой Карл 37. Чё там, Тёмыч? Тюремное приветствие 28 и танцующий Дэйв 43. Так что, кому надо, пишите. Клайв 23. И Тим 73. Вот такие карточки в магазинах «Магнит». Такие замечательные, которыми можно играть, можно коллекционировать их. Теперь посмотрим, что же Чипи Као мини-круассаны. Так, открываем. Поехали, Тёмыч. С кремом какао. Так, ну, покажешь нам круассанчик? Круассанчик. Интересно, вкусненький. Ууу, такой маленький круассанчик. С кремом какао. Итак, у нас первый кэпс, номер 44, с Агнес. Какая симпатичная Агнес, посмотрите. Номер 44. Ну как, круассанчик вкусный? Очень вкусный. Так, а это на обратной стороне фишки. Характеристики, да? Этой фишечки. Так, номер 44, Агнес. Поехали дальше. Что там во втором? Так. Ну, у нас картинка, как прям на карточках из «Магнита». Висящий миньон. Номер 18. Номер 18. Висящий миньон. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие фишки Чипи Као есть у вас. И есть ли у вас 10 коллекционных. Видите, здесь всего 100 игровых фишек и коллекционных 10. Пока, я так понимаю, нам коллекционная не попалась, да? Mm-hmm. Так. Не могу найти под круассанами фишку. Нет фишки? Фишки нет. Ничего себе, ну покажи. Одни круассаны. Вот это обман. Это же обман просто. Нет фишки, действительно. Смотрите, одни круассаны. Это безобразие безобразное. Да, Тёмыч? Да. Там есть хоть? Так, номер 61. Номер 61. Вот какие миньончики симпотные. Это характеристики. Так. Номер 10. Номер 10. Так. Номер 2. Номер 2. Пока повторок у нас нет, да, Тёмыч? Да, это радует. Номер 73. Номер 73. Интересно, кто-нибудь собрал уже всю коллекцию? Коллекционную. Да? 60. Ну, покажи. О, ух ты! Смотрите, какой брейк со своей клавитарой. Да. Это, видимо, коллекционная. Ух ты. Номер 63. Номер один. Номер один. Самый первый. Грю и два миньончика. Так. Еще одна коллекционная. Да ладно. Ничего себе. 41.
А как отличить коллекционную от неколлекционной? Интересный вопрос. Кто-нибудь знает? Напишите, пожалуйста, в комментариях, как можно точно отличить коллекционную от неколлекционной. Все, мы все открыли. Да. Вы представляете, мы открыли все чипикао наши 10 штук, и в одной из них не было фишки. Ужас, просто кошмар. Плохие. Так делать нельзя, да, ай-яй-яй. Ну все, всем пока-пока. До свидания. Не забудьте написать в комментариях, что вам нравится больше, карточки из магазина «Магнит» или фишки в чипикао, в круассанах. Да, всем пока. Ставьте пальчики вверх. Пока-пока. До свидания.